Канал «Влюбленные в путешествия» приветствует вас! Сегодня у нас короткая, но очень увлекательная видеоэкскурсия по вещам, которые могут вас шокировать в той или иной стране. Поэтому будьте во всеоружии! Египет занял 10-е место из-за поведения местных мужчин. Они неравнодушны к русским красавицам и потому могут не сдерживать своих эмоций, всячески демонстрируя свое неравнодушие. Совет женщинам, планируя поход на рынок, уговорите пойти с вами мужчин. 9-е место у Израиля. 40-градусную жару вы можете здесь встретить ультраортодоксов в странной одежде. Большие меховые шапки, длинное пальто. Как им не жарко? 8-е место отвоевали мусульманки. На общественных пляжах вы увидите их только в полном обмундировании. Шок не шок, но удивление вызовет. На 7-м месте квартал красных фонарей в Амстердаме. Здесь все наоборот. Обнаженность и откровенность призыва местных ночных мотыльков может вызвать у неподготовленных туристов легкий шок. На 6-м месте медузы и их шоковая терапия. Эти ядовитые создания, например, в Пхукете, могут шокировать в прямом смысле слова. 5-е место – взлетно-посадочной полосы аэропорта Святой Джулианы. Она начинается прямо у пляжа, так что если вы тут в первый раз, будете поражены. На 4-й ступени рейтинга – болота Манчак в Луизиане близ Нового Орлеана. Здесь якобы водятся оборотни. Иногда туристы слышат их вой. Кроме того, в болотах полно голодных крокодилов. Место явно для очень смелых туристов. 3-е место у музея в Чехии, оформленного человеческими костями. Чешская костница насчитывается около 40 тысяч человек. Зрелище шокирующее. 2-е место по уровню шокирования занимает Индия. Многие туристы жалуются на антисанитарию на улицах. Еду и воду здесь рекомендуют покупать в закрытой таре во избежание отравления. Ну и, наконец, 1-е место у японцев. Местная еда может шокировать не только психику, но и желудки туристов, головы грызунов, жареные жуки на палочках и так далее. Не пугайтесь, говорят, это вкусно. И все равно от путешествий только польза, поэтому путешествуйте.